По колено в грязи мы веками бредем без оглядки, и сосет эта хлябь, и живут ее мертвые хватки. Здесь черты не провесть, и потешны мешочные гонки, словно трубы господни, размноженные жижей воронки. Пышут бархатным током стрекозы и хрупкие прутья. На земле и на небе не путь, а одно перепутье. В этой дохлой воде, что колышется словно носилки, не найти ни креста, ни моста, ни звезды, ни развилки, только камень, похожий на тучку, и оба похожи на любую из точек вселенной, известной до дрожи, только вывих тяжелый, как спущенный мяч панорамы, только яма в земле или просто отсутствие ямы. Ясным летним днем с причала речного вокзала отчалил корабль, зафрахтованный клубом «Авангардист». В плавание отправились художники, чье творчество столько лет находилось под запретом. Праздновалась долгожданная свобода. Вечная мерзлота, сковывавшая художественную жизнь последних десятилетий, начала таять. Что корабль он должен как бы открыть такую новую волну в искусстве, которая должна принести много-много радости. «Авангард» в начале века провозгласил такой лозунг, что Пушкина нужно скинуть с корабля современности. Так вот, нынешнее как бы, поколение «Авангарда» возражает против этого лозунга. Должно быть и в культуре экологическое, так сказать, мышление. Поэтому как бы и Пушкин, и все другие имеют право, полное право на существование, как все как бы, биологические особи культуры, так сказать. Вот. И поэтому «Авангард» как бы ищет новые ниши, но при этом как бы не закапывает старые. Никто не знает, навсегда ли прошло то время, когда с художниками разговаривали с помощью бульдозеров. Но сегодня перед зрителем все-таки предстал неизвестный материк, по инерции все еще именуемый второй
социальной культуры. Письмо в 81 году Казимиру Малевичу. Это мой, как бы всегда, собеседник, постоянный. Хотя этот художник умер 50 лет тому назад. Я родился в 37 году. Это очень противное время, как бы я его расцениваю как потопное время. Детство мое было окрашено войной, потом оттепелью и вот, как называют сейчас, застойное время. Уже взрослость. Ну, сегодня 87-й год, как мы живем перестройкой. И, конечно, все мое сознание и мое как бы развитие и художественное, и человеческое, оно было продиктовано вот этими историческими гранями. Если сложить все картины, то, что я написал в одно, это получится как бы такой роман, который состоит из моей жизни. Конечно, мне пришлось по крупицам собирать ту культуру, которая была разрушена этой новой историей, сталинским временем, этой революцией и после войной. Мы действительно существовали в это потопное время. Я ищу глаза, а чувствую взгляд, где выше голов находится зад. За красным восходом розовый закат. Скованные одной цепью, связанные одной целью. Скованные одной цепью, связанные одной. Здесь составы вялые, а пространство огромное. Здесь суставы смяли, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц. И я держу равнение, даже целуясь. На скованных одной цепью, связанных одной целью. Скованных одной цепью, связанных одной целью. Привет победителям! Картина художника Бибикова рассказывает о радостной встрече стахановцев шахтеров, установивших новый производственный рекорд. «Какова пшеница?» – так назвал свою картину художник Кучкин. В Кремлевском дворце товарищ Сталин, руководители партии и правительства, встретились с женами командиров тяжелой промышленности. Они радостно приветствуют того, кто дал советской женщине право на счастливую творческую жизнь. «Незабываемая» – так назвал свою картину художник Епанов. И в отсутствие веры можно делать и отсутствие дела. Нищие молятся, молятся нам, то, что их нищета гарантирована. Здесь можно играть про себя на трубе, но как не играй, все играешь отбой. И если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те,
кто придет за тобой, так же скованные одной цепью, связанные одной целью, скованные одной цепью, связанные одной. У меня такое впечатление, что страх — это уже черта характера. Это составная часть жизни. Просто. Потому что боялись с детства, с юности, до старости. Страх перед всем. Как правило, перед произволом. Все имеют на тебя право. Все имеют право сказать, запретить, отнять, переделать, передвинуть, сделать все с тобой, что ты хочешь, во имя мифических, непонятных, высших целей. И это постоянное состояние. Страх не дает возможности жить. Страх не дает возможности предполагать, что будет с тобой завтра. Каждый из нас чувствовал себя живущим в некотором вакууме, в некоторой художественной пустоте, потому что мы лишены были того огромного разнообразия всевозможных форм и направлений, которые вообще свидетельствуют о полноценной художественной жизни. А сама жизнь, которую мы чувствовали, находилась совершенно по другую сторону тех художественных шедевров, которые мы видели на всех выставках. Проблема состояла в том, какую как бы принять позицию, или игнорировать, не обращать внимания на эту жизнь и жить в этом мире фантастических, но, как нам указывали, идеальных и правильных художественных изображений, или попытаться выразить то, что каждый из нас был переисполнен до самых краев того ужасного, беспомощного и безнадежного существования, в котором мы погружены были в течение всего дня, всех месяцев, практически всей жизни. Вот. И на этой почве, мне кажется, и сформировалось то, что сейчас называют неофициальным искусством. Ну что же за картины? Обыкновенные кухонные предметы и доска примерно такая, какая висит в коммунальных кухнях. Цвет такой же. Вот тут по углам как бы диалоги. Екатерина Львовна Сойка. Чья это кружка? Федор Сергеевич Малинин. Не знаю. Это так называемые дубовые диалоги. Это диалоги, которые бывают в кухне тогда, когда хозяйки стоят у своих плит. Эстетика коммунальности – это некоторая такая модель особого мирочувствия, где все делается и решается, и существует каким-то густым связанным скопом, таким какой-то общиной, в которой имеется единое как бы такое тело. И в этом космосе, в этой страшной и ужасной пьесе разыгрывается практически вся жизнь людей, которые не могут из нее уйти.
Ну, принято считать, да, собственно, каждый из нас так и чувствовал, что определенным таким переломным моментом художественной жизни считается 57-й год. В Москве была открыта международная выставка изобразительного и прикладного искусства. Художники более 50 стран мира показали здесь несколько тысяч своих работ. И естественно, что жаркие споры о путях искусства, о том, каким оно должно быть, разгорались и между зрителями. Взгляните на это полотно итальянского художника Романьони Беппи. Оно называется «Вопль». Вряд ли такие произведения могут доставлять радость людям. Это были те идеи, которые уже в это время во всем мире господствовали. Как известно, у нас Россия была в авангарде в 10-20-х годах. Вот в этот период, кстати говоря, не так давно это признано во всем мире и даже у нас. Были какие-то художники 20-х годов недобитые, которые Малевич, жили. Но Малевича уже не, ученики были. Да? Значит, и мы, но произошло какое-то вот это вот небытие, из которого мы стали выползать, оно уподоблялось как бы такой тьме, из которой мы выползали на свет. Эта тема неофициальной культуры и сам этот термин долгие годы являлся чем-то, ну, так сказать, просто уголовно наказуемым, потому что это воспринималось абсолютно, да, действительно, в таком преступном, так сказать, смысле. Огромное количество энергии было потрачено и в Союзе художников, и по описанию зла, и требованию, так сказать, всяких форм уничтожения и прочее. Есть среди очень многих работ, хороших работ, интересных работ, были работы явно весомые образа и дошедшие до детографии. Мне пришлось быть в Геннадии. Я немало видел подобного рода работы до детографии. Эти вещи непременно существуют во всякой культуре, взаимоотношения официальной и неофициальной. Это неизбежные части, как там, муж и жена, предположим, и так далее. Как родители и дети. Вот, кстати, родители и дети – прекрасная модель для описания взаимоотношений официальной и неофициальной культуры. Всякая нормальная культура развивается диалогично, развивается в драме. И драма – это основная, это драма между официальной, то есть твердой и нормативной частью культуры, и ее экспериментальной, ищущей, неортодоксальной, неканонизированной частью. Одним из больших событий в культурной жизни столицы была юбилейная выставка, посвященная 30-летней работе московских художников. Иванов все-таки решил, что на прием к президенту, как он сказал, надо идти в черном костюме. Он надел единственный свой черный костюм, бабочку, и сказал, что президент не может не понять. Президент, это же президент республики. Руководители партии и правительства посетили юбилейную выставку. Они дали высокую оценку многим произведениям. Однако в залах они увидели и такие полотна. Обнаженная работа Фалька. Подобный шедевр может вызвать только возмущение. А что можно сказать о геологах художника Никонова? А ведь нашлись и защитники формалистических выкрутасов. Ну что ж, будем спорить. Наш критерий – высокая идейность и художественное мастерство. С отступлением от него мириться нельзя. Тогда мне было 24 года, и я, в общем, не совсем понимал, что происходит. То есть совсем не понимал. Я вылез из своей комнаты и просто ничего не понимал. Кто пришел, куда пришел и почему пришел. Я привез то, что я делал в течение там каких-то предшествующих лет, повесил на стену, был счастлив от того, что вижу это на стенах. И это было для меня самым главным. А то, что потом произошло, я не мог, логически я не мог это осмыслить и понять. Как ни смотри, невозможно согласиться с художниками-формалистами. Фабрику уродов пытался защитить перед собравшимися скульптор Эрнст Неизвестный.
Воистину, нам не дано предугадать. Судьба распорядилась так, что именно Эрнст Неизвестный увековечил память о бывшем главе государства, выполнив его надгробие на Новодевичьем кладбище. То, что я делал, и не только я, все, в общем, делали для... не для продажи родины, не для продажи в магазин, не для еще каких-то вторичных целей, а просто как свое понимание мира, как искусство. Почему это встретило такую реакцию на таком высоком уровне? Ни я, ни соавтор не понимали, почему мы вообще вышли и нас не арестовали при выходе. Это было первое ощущение, что сейчас... Это была жуткая настороженность по этому поводу. Потому что нас кричали, каждого из нас назвали врагом, говном собачьим, пидорасом. Выяснилось, что все это намазано хвостом осла, да. Что место нам на лесозаготовках. Неожиданно в зал принесли несколько полотен. Вот что рассказал Никита Сергеевич по поводу этих картин. Вообще шедевр изобразительного искусства. Скажите, что здесь изображено? Это, на взгляд, называется картина. К тому времени было 70 лет. Я не говорю о том, что он был необразован. Я не говорю о том, что он был отобушка. Не в этом дело. У него не было времени. Времени никакого не было, чтобы заняться, посмотреть. Он же глумился над этими американскими картинками потом, я вам рассказывал, помните? Да? Он не понимал в этом ничего, и это было его нормальное состояние. Заслуги-то его были совершенно другие перед людьми, другие. Забил кол в сталинскую могилу, доказав, что это садист и убийца. Он первый. Он освободил десятки, сотни тысяч людей из лагерей, кто уцелел. Он вернул честное имя их членам их семей, дав им возможность жить, трудиться, учиться, надеяться. Он дал крестьянам паспорта, в каком положении они жили. Вы же это, наверное, помните, да? Считая это, кстати говоря, потом собственной главной заслугой в жизни. Он вернул, наконец, он доказал миру, что в этой стране живут живые люди. Правда, башмаком на трибуне Организации Объединенных Наций. Неважно, живые люди. И потом, расправившись с его помощью, с этими неугодными и маленькими людьми-художничками, люди, держащие власть при искусстве, сделали его просто исполнителем своей воли. И позже, когда я с ним уже разговаривал, он извинялся за все за это. Живой человек.
рукопись, это рисунок. Не знаю, трудно очень кратко. С Володей Яковлевым я как бы вот познакомился по слухам в 60-х годах. И такой московский слух был о каком-то очень выдающемся художнике. Почему вы назвали эту картину «Портрет ветра»? Ну, там передается портрет ветра, человек, который работает, который летит, так сказать, как ветер. Изображенный портрет летит, как ветер. Художественная жизнь того времени была абсолютно глухая и слепа. Значит, творчество Яковлева. Когда мать ушла из жизни, он остался, и отец его умер. То его становится вот таким домом, становится больница. Я его спрашивал, как ты думаешь, жить их, можешь ли ты вернуться к работе? К сожалению, он сказал, что к работе я вернуться не могу, мне очень трудно, обстановка тяжелая, если не сказать более чем тяжелая. То есть его жизнь, его последний дом, в котором будет он пребывать вечно. Что бы вы еще хотели сделать? Что я хотел сделать? Ну, картины писать, цветы свои писать, поздно уже все остальное. Глазную операцию мечтаю сделать, конечно, это будет великая вещь. Ну, может быть, кто-нибудь заберет меня, так сказать, отсюда. Я не знаю, кто. Тогда будет надежда. Я цветок осенний последний, меня почти не осталось. Кричу, защитите, занесите в Красную книгу. В ответ слышу, людей не спасаем, бережем реликтовую рыбу. То, что мы теперь называем эпохой застоя, Сидор в своих интервью называл эпохой равновесия страха. Но внутри этой эпохи была очень мощная эпоха одиночного противостояния, одиночного сопротивления. Я считаю, что эта эпоха в основном и была эпохой безыдейной, потому что ею заправляли и охраняли внутри нее свои интересы люди, основным делом которых была профанация высоких идей и спекуляция на идеологических лозунгах. А вот как раз Сидор и был человеком идеи. Bye.
Что когда зло окончательно победило, и все увидели, что жить дальше невозможно, что эта жизнь отвратительна и всем надоела, вот только тогда стало побеждать добро, и наступила эпоха перестройки. Но не потому, что добро победило зло, а потому, что зло победило во всех областях нашей жизни и стало жить невыносимо. Но находят лишь старость, здесь мерилом работы считают усталость. Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи, здесь первые на последних похожи, и не меньше последних устали, быть может, быть скованными одной цепью связанными, одной целью сложными, одной цепью связанными, одной сковывание одной цепью связанные, одной целью сковывание одной цепью связанные, одной целью. Возник момент вот очень острый, что здесь как бы образовался такой вакуум, который должен быть вот разорвался как-то, что-то должно было произойти. Не совсем все отдавали себе отчет, вот что и как будет, но надо действовать, вот это вот, так сказать, был акт к действию. Вначале думали составить письмо, я был готов подписать это письмо, чтобы было проще, не надо ходить на воздух с картинами. Но все-таки вот Оскар предложил такую идею просить выставку на открытом воздухе, потому что сам себе воздух и само место, площадка, которое выбиралось, оно как бы не мешает никому и никому не принадлежит. В 1974 году, 15 сентября, я узнал об этой выставке. Сама идея была очень интересной, для меня захватывающей. Это какой-то был прорыв простоты и в то же время какой-то свободы, что ли. Нам ничего не оставалось сделать, как идти вот на это место. И выставка, вот да. Это было важно. Они были этой возможности на протяжении всех лет лишены, абсолютно всех лет. Народ прибывал. Потом неожиданно появилось вот с той стороны поливалки, две появилось. Поливали вот так вот, сверхом. И выгоняли художников, как бы сгоняли, как стадо овец. С этой стороны появились две машины и два или три бульдозера. Вот здесь вот они откуда-то появились тоже. Шум, гам, и в общем-то вот какая-то суматоха была. Там вот вдалеке развели костер, и туда кидали холсты. Картины. Сваливали в грузовик картины.
с песком там, они все вместе, вперемешку с грязью и с ветками, и с какими-то саженцами, деревьями. Ну, картина-то хорошая. Нет. Часть художника была арестована. Событие это как бы поделило на до бульдозера и после бульдозера. Бульдозерная выставка, она позже стала называться. А сначала говорили на бугре, вот как пили его на бугре. А изменилось, да, я считаю так, что вообще на следующий день, сразу на следующий день после этого, уже ситуация стала другая. Управление культуры было вынуждено разрешить художникам выставку на пленэре уже в Измайлово. Вот она прошла благополучно. И уже потом, уже та создавшаяся ситуация привела к созданию при горкоме художников-графиков секции живописи, хотя ситуация, в общем, мало чем изменилась. 9 декабря 1986 года Москва хоронила художника. Оседали у друзей и знакомых. Многое уходило из страны, попадало в крупнейшие галереи мира, а вот встречи с отечественной публикой так и не получилось. Ситуация искусства 20-х годов. Вот это очень важный момент и в истории, и особенно в культуре. Понимаете, в чем дело? Так же, как и тогда, наше искусство уходит на Запад. И, к сожалению, большому оно возвращается опять на русскую географию Запада. Ужасно, что здесь нету ни музеев,
Здесь нету ни критики, и когда это кончится, ни конца и края этому нету. Это чудовищно. Да, нам разрешили продавать наши картины за границу. Вот, собственно, и все. Здесь мы никому не нужны, картины наши здесь не покупают. И, в сущности, по-видимому, до тех пор, пока будет один заказчик, один хозяин, который платит деньги за ту музыку, которую заказывает, а заказывает он только чисто идеологическую, конечно, музыку. Вот до тех пор, пока искусство будет таким чисто идеологическим делом, наше дело здесь безнадежно. И сегодня, когда происходят большие перемены, и странные, и невероятные события в стране, все равно страшно. И огромное количество людей начинают поступать из страха, хватая, подгребая, предавая всех, с кем они прожили всю свою жизнь. Опять из страха, что это завтра может прекратиться, они ничего не успеют и опять будут уничижены, потеряны, выкинуты, забыты, растоптаны. Что хотите, страх живет постоянный, с ним ничего сделать нельзя. Существовало такое представление, авангардное представление об искусстве, по которому вся история искусств представляла собой некую пирамиду с авангардным наиновейшим течением на верхушке. Именно эта верхушка, так сказать, отвечала потребностям времени, а все остальное, казалось, уже устарело и никакого отношения к настоящему времени не имело. Ну вот уже где-то в 70-х годах, когда одновременно существовали там минималисты, и концептуалисты, и там новые дикие появлялись, вот возникло это слово постмодернизм. В современном искусстве стало все возможно. Стало ясно, что ни одна система изобразительная, ни одна не может претендовать на не только на исключительность, а даже на свою адекватность тому, что изображено. Журнал, номер 19, ключ, номер 20, тяпка, стакан лимон, выйди вон.
Телефон тихим уходят года. Солнце не так уже светит. Лучше не сделаешь никогда, чем Пушкин, Чайковский и Репин. Позаранку и слезы утри. Это летят не ракеты, это не танки, а богатыри. Пушкин, Чайковский, Репин. Это не танки, а богатыри. С течением времени как человек, так и общество обрастают естественной или насильственно приобретаемой коростой стереотипов поведения, мышления, предвзятых мнений или огульных запретов. Всякий очистительный порыв требует сбросить с себя их, оказаться перед лицом истории общества чистым и просто здравомыслящим человеком. Метафорой подобного социального процесса, происходящего в стране, является наша экспозиция. Когда мы, скинув с себя привычные одежды зрителя, искусствоведа, художника, там, начальника или, скажем, подчиненного, оказались в этой очистительной купели, откуда мы с ясностью просто человека взираем на просто искусство. Я выбрал себе название «Художник-мистагог». Мистагог – это в Древней Греции художник, справляющий мистерии, посвящающий участников мистерии в таинство. Я хочу, чтобы я сам и зритель, который присутствует при этом действии, ощутили себя человеком вне времени. Все эти конструкции подвешены минимально тонко, с максимальной свободой, поэтому они звучат очень длительно и очень певуче. Просто это вот выражение художественное какой-то модели свободы. Я хотел улавливать те вибрации, которыми реально наполнен наш современный мир. Вибрации, которые я как приемник способен воспринять вообще от мира, от того, каким образом он существует и как он меняется. Вот самое ценное, вот это самое главное. Но почему-то всегда так получается, что жесткая организация внешняя, она всегда конфликтует с теми живыми, тонкими импульсами, которые тонкий прием не способен взять. Мир конфликтен, но обычно между нами и миром стоит зеркало, которое отражает только внешнее сходство. Художник, в принципе, является как бы творцом нового мира, и если зритель за ним в этот мир входит и открывают для себя какие-то новые духовные пласты, тогда, я считаю, путь художника интересен.
дороги зрения, запутанные, как грибницы, я достиг изменения, насколько мог измениться. Я мог бы слямзить Америку, бык с головой овальной, а мог бы стать искрой беленькой меж молотом и наковальней. Открылись такие ножницы меж временем и пространством, что я превзошел возможности всякого самозванства. Смыкая собой предметы, я стал средой обитания, зрение всей планеты, трепетание, трепетание. Я не очень понимаю слово «вперед» и слово «нужно». Это для меня вообще не, два слова неприемлемо. В искусстве, так как у Бога нету времени, и в искусстве нету времени. И квадрат Малевича для меня загадка, поэтому возникло это письмо. Казимир Северинович, картина, написанная в вашу память, это не только любовь к идеям геометрии. Для меня ваш язык, способный высказать трагическую немоту, стал способом существования в ночи, названный вами «Черный квадрат». Ваша картина вновь показана русской публике. В ней снова ночь и смерть, и снова вопрос, будет ли воскресенье? Thank you.